Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в мир юрского периода. Так, давай-ка мы заберем здесь нашего Ризода. Наконец-то он созрел. Ризод. Да, его у меня не было, поэтому я очень рад, что он у меня появился. Так, что у нас тут? Забрать. Так, ускорение, сделку. Давай попробуем сделать. Так, одна карта на 5 ДНК, фигня полная. Так... Иритатора на жрачку не хочу. Баксы, не-не-не-не. Тоже не хочу. Так, вот здесь вот еда. Не пойдет. Хм. Ну, вот эту вот базу можно, наверное, обменять. Так, лишь бы сделать. Ну, а здесь-то что? Ну, давай здание. Здание можно поменять. Так, вот устройство слежения. Хотя нет, летучий карусель мы обменяем с тобой на очки доверия. Сколько? 29. Да, нормально. Такой расклад меня устраивает вполне. Так, забираем нашу награду. Собрать моды. Потратить еду. Так, ну еду нам тратить можно где? Сейчас, сейчас мы найдем. Подожди секундочку, у нас же еще здесь. Их тестика, ты готов? По-моему, ребята, это уже сверх издевательство. По миллиметру продвигаться. Специально что ли так делают? Я не пойму. Так, мы кого-нибудь вывести можем с тобой? Есть какая-нибудь легендарная карта? Лабиринтозавр. Пускай выводится. А почему бы и нет, ребят? Тем более на халяву-то. Так, теперь мне нужен... Где же он? Сейчас мы его прокачаем и, соответственно, сразу же выполним задание. Так, вот он. Карнораптор, конечно же, друзья мои, конечно же, карнораптор. И не хватило. Тогда проблема. Так, да, друзья, моя проблема. А куда еще-то вливать? У меня вроде бы как... Кулазуха. Да там крохи. Тут, ребята, крохи абсолютно. Твою дивизию, а, этот прокачанный. Блин, ну это новый уровень. Так, Тиранотитан. Да, задание завершено. Все, ребят, мы сделали с вами. Забираем здесь. Кстати, скоро уже будет 52 уровень. Так, ну здесь вроде бы как все. Давай посмотрим, что у нас здесь. Ага, Лига Детенышей. Понял. Так, схватка редких, дрожь земли. И очки доверий. Ну, очки доверий, как всегда, наверное, будет... Зачем так усложнять мне жизнь, а? Скажите, она и так сложна. Схватка редких. Вот здесь я, пожалуй-ка, погуляю. Ну что, давай начнем с Капразуха, Метриоринха. Мы против него возьмем с тобой, наверное... Мне почему-то кажется, что Аэротитан должен был бы справиться. Ну, возьмем, наверное, Трапериагоптера. И против Суперзавра я возьму... Велоцираптор мод 2. Ну что, поехали. Блин, а у меня, кстати, денег, ты видел, сколько? 640 тысяч всего лишь. Ай-яй-яй, это ненормально, ребят. Давай возьмем бонус. Посмотрим, что он будет делать. Мне кажется, он поменяется сейчас. Нет. Нет, ребят, не стал меняться он. Я предлагаю сделать следующим образом. Взять вот так вот и попробовать прописать ему. Ну и до свидания. Метриоринх, что ты сделаешь против моего Трапиагоптера? Конечно же, ничего, ребят. Он возьмет суперзавра, скорее всего. И ударит. И это огромная его ошибка, потому что я возьму Велоцираптор мод 2. Угу. И тоже сделаю две атаки. На-ка. Сейчас будет меняться на Метриоринха обязательно, как же. И здесь-то у меня, конечно,
ушатает. Ну что, надо его наказывать в ответку. В ответочку, друзья мои. Я думаю, что здесь две атаки будет достаточно, да? Так, метриоринг готов. Ну что, суперзавр, давай посмотрим, что ты будешь делать. Ну, он сейчас ушатает меня, скорее всего, ребят. И остается лишь только надежда на Капразуха. Да, в принципе, должно прокатить. Но около, ребята, смерти были. Около смерти, потому что если бы хотя бы одну защиточку бы он взял бы, все, мы бы его не пробили и, соответственно, погибли бы. Ну, а пока все идет хорошо. Так, что у нас здесь? Джет, Скалозавр и Анкилозавр. Все травоядники и Летун. Так, ну, против травоядника я возьму Спинораптора. Против травоядников. А против Летуна... Против Летуна я, наверное, возьму Стегоцератопса. Ну и так, подожди, давай мы сделаем, наверное, немножко по-другому. Мне нужно пушечное мясо, да? Нужно. Ой-ой-ой, куда ты? Вот так вот. Пушечное мясо мне нужно? Нужно. Поэтому будет выступать у меня именно стегозавр в роли наживки. Так, интересно, будет атаковать по полной программе? Нет, не стал. Окей. Прокачиваем дальше. Друзья мои, а вы в курсе, что вроде бы как Days Gone вторая часть скоро выйдет? Ну как скоро? По крайней мере, петицию, которую делали фанаты, да? Я тоже ее лично заполнял. За продолжение Days Gone. То есть, после этот... как там, последний день, или как там переводится, Days Gone? Вот. Про Бухаря, про нашего этого героя. В общем, короче, будем ждать каких-то новостей в ближайшее время. Если будут снимать, мы будем очень круто радоваться и ждать. Так, ну что ты сделаешь, Скалозавр? Если ты, конечно, все сольешь, возможно, тогда нет. Он берет джетс. Я тебя умоляю, ты что, серьезно, что ли? Ты нашел кого влепить. Так, у него 3 очка, да, осталось бонусных. Да вот так вот будет достаточно. Просто сносим его к ядрене фени. Ну и выходит Скалозавр. Так, мы, наверное, с тобой пройдем это событие и пойдем уже на лигу. Ага, бамс. Ну что же я могу сказать тебе? Прощай, Скалозаврик. Мне нисколечко тебя не жаль. Нисколечко. Давай, Спинораптор, красавчик. Ну что, это была вторая наша победа. Еще нужно сделать одну. Еще нужно сделать одну. Давай посмотрим, что у нас на этот раз. Гиганоцефал, Метриоринг и Капразух. Ух. Так. Если я возьму Велоцираптора, к примеру, Анкилодока. Блин, что, прям вот ни одного хищника нету? Один есть. Я, наверное, сделаю вот так. Оптимально? Можно, конечно, взять... Тропиогоптера, но он слишком дорого стоит. Давай попробуем своими силами. Ребят, я, кстати, деньги попутал с едой. Ну что, сразу же берем бонус. Блин, сюда-то надо было брать Велоцираптора. Неужели он хочет тут... Ну-ка, рискнет? Рискнет. Ну что, давай теперь мы. Это получается... Раз, два. Раз, два, раз, два.
Вырубаем его, конечно же. И ганоцефал отлетает. Выходит метеоринг. По-моему, ему тоже крышка. Угу. Так, я думаю, 4 атаки будет достаточно. И еще 2 бонуса. До свидания. Ну и выходит Капразух. Ребята, они запарятся меня здесь прибивать. Хотя, если 5 на 200, он пропускает ход. Тогда до свидания. Вырубаем. Вот и все. Вот и сказочки конец. Это событие мы с тобой прошли. Ну, оно не особо такое важное для нас, если честно. Схватка редких. Ну-ка. Че дадут? Конечно. Дадут тебе здесь что-нибудь путевое, конечно. Мечтай, держи карман шире. Ну, а мы с тобой идем на лигу. Так как это первый поединок, нам надо будет взять, ну, наверное, одни из самых простеньких. Я возьму лабиринтозавра, я возьму гиганотозавра и, наверное, нундазуха. Поехали, друзья, сейчас будет интересно понаблюдать. Арена, это, сам понимаешь, арена. О, отлично, я тебе скажу. Просто шикарно. Ну, этому сразу минус Гатсу. Я когда говорю Гатс, мне сразу вспоминается это сериал про берсеркера. Гатс его там звать. Ух ты, а что он? А, это он так выглядит. Да. Без прокачки. Я даже его смогу уничтожить, прикинь. Лабиринтозавром. Но вот эти вот минутные паузы не надо выжидать. Мы все прекрасно знаем, что это боты. Поэтому делать из себя реал игрока — это ни к чему хорошему не приведет. Только время тянут. Неужели он возьмет 3 защиты? Нет. Ну и кула этот Диплокаус, конечно же, тут тоже ничего сделать не сможет. 13 к атаке. Да. Ну-ка проверим. Все. Ну что, первый поединок за нами. Отлично. Блин, конечно, хотелось бы за очками доверия сходить. Но ты видел там, какие мощные, а? Динозавры, я не знаю. И тем более 3 поединка. Так, мы с тобой переходим в добытчики. Угу. И по итогу, что нам достается? Опачки. Загадочный пак. Так, я не знаю, ребята, давайте, наверное, сразу следующий поединок. Так, если мы с тобой перешли в добытчики, то, наверное, уже будет посерьезнее, да, противник? Значит, возьмем Ихтиостегу, Скафагната и Тираннозавра. 3 легендарные карты. Ой, как хорошо-то, ребята, это пижарочка. Ну что, поехали. Тут сразу вырубаем спинозавра. Вот объясни мне, как вот такой вот малыш может завалить вот такого вот гигантского динозавра, да? Он бы его просто раздавил бы, и все. Так, ну что, Гуанлунь, что ты будешь делать? Да ничего он не будет делать. Он берет Топижару. И атакует. А если я сделаю 2 атаки? Угу. Вот и нет Топижары. Ну и, соответственно, на этому тоже крышка. Потому что что он тут с своими 25 атаками? У нас еще классовое преимущество перед ним. Так что до свидания, родной. Ну и двигаемся дальше.
Пока аренка идет удачно. Ну, самые первые вот эти вот поединки, естественно, они легкие, как и в черепашках ниндзя. А вот дальше... А вот дальше начнется трэш. Так, 44-я позиция у нас. И здесь мы получаем 9900 еды. Продолжаем. Так, судя по всему, там еще до сих пор будут слабенькие противники, поэтому я возьму опять же их Тиастегу, Скафагната и еще одного тираннозавра. Глядим. Так, бронитозаур, Галимим и Метриоринг. Бронитозаур. Как-то вот не в тему тут сюда пришел бронитозаур, если честно. Бонус берем. Ну что он тут может сделать? Он может поменяться максимум. Бронитозаур больше похож на какого-то мифического дракона, чем на динозавра, если честно. Попробуй-ка я ему прокатить. Ах ты жук. Ах ты жук. Он сейчас испугался. Сейчас будет, наверное, меняться. Не? Не будешь? Нет, не будет, ребят. Решил полностью слить все с себя. Ну что, одну атаку плюс два бонуса. Угу. Кто там у нас следующий? Галимим. Но Галимим, да, Галимим может нас вырубить. Потому что тут еще и 25 уровень у него. Хм, не стал он этого делать. А это зря, кстати. Раз, два, три, четыре, пять. Вот и все. Вот и до свидания. И Метриоринг выходит. Так, что ему надо? Ему нужно сделать три атаки. А он все сливает. Ну и до свидания. Скафагнат, ты готов? Давай-ка на выход. Будем с тобой сейчас ушатывать этого кожеголового. Вот так. Прекрасно. Все-таки пригодился для чего-то там скафагнат. Хотя у нас их целая куча. Опа, мы уже выживших. Быстро рванули. Так, ну что, Лига Выживших. Крутим с тобой барабан и смотрим, что нам выпадет. Выпадает нам с тобой 75 ДНК. Продолжаем. Так, секундочку. Шунозавра может взять. Давай возьму Саркозуха, Шунозавра и Тиранозавра. Мон 2, естественно. Посмотрим, что у нас здесь будет. Но мы уже с тобой поднялись в следующую лигу, поэтому, может быть, вот. Вот чего я и боялся, ребята. Здесь уже пошли гибриды. Ладно. Кто против Саркозуха пойдет, интересно мне знать, а? Никто. Тогда вызываем нашего тираннозавра. Что-то я сомневаюсь, что этот Афия Камим пойдет. Хотя он может его призвать. Или как его звать-то, я уже забыл. Да, Афия Камим. Смотри-ка. Атаковал. Не побоялся. Раз-два, раз-два, раз. Замечательно. Так, а вот и Афия Камим. У него атака-то 81 всего лишь. Я думал, будет посерьезнее. Ну тогда ему тоже крышка. Он тупо пропустил ход, да? Раз, два, три, четыре. Раз. До свидания. Так, и выходит следующий. Гелофазавр. Вот с ним
39 атаки на 5. Да, я даже не знаю. Да вряд ли, конечно, он сможет нас победить. Проверим сейчас. Угу, я так и думал. Ну что, мелкий прыщ, иди отсюда. Идеально. Да, друзья мои, идеальная победа. Один тиранозавр всех ушатал. Так, смотрим. Позиция у нас 76-я. И опять 9900 еды. 9900 еды. Ну, динозавров еще хватает, так что повоюем. Ну что, здесь я возьму, наверное, диплотатора. Плюс ютерануса и айфекамима. Ну, неплохо. Два гибрида плюс бриллиантовый, так сказать, ютеранус. Каритозавр, лимноселис и тиранозавр. Вот сюда бы, конечно, летунов бы. Было бы неплохо, ну ладно. Подеремся и так. Мне кажется, что здесь у нас один диплотатор всех, наверное, шатает, скорее всего. Сейчас проверим. О, он еще решил атаковать. Зря. Раз, два, возьму защиту. Там лимноселис. Сколько у него по атаке? 62 идет, да? 62 плюс, ну, сколько тут? 150 это максимальное, что я могу дать за две атаки. Короче, до свидания. Раз, два, три. Опа. Ну и выходит тиранозавр. У него 59 к атаке. Как ты понимаешь, ничего он нам не сделает. Ну давай, 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 давай. Вот и все, вот и подписал себе смертный приговор. Ай, хорошо, ай, красиво-то как. Да, ребята, по-другому быть и не могло. Но это еще, как ты понимаешь, далеко не конец. Это еще только начало. Ну-ка, позиция у нас 57-я, то есть ровно почти половина. Ну-ка, да ну что ты, ну почему на... Хоть бы раз дали мне вот это вот, а? Эх, не дают. Ну что, берем с тобой эниозавра, астафрикозавра и ихтиостегу. Хочу поиграть ими. Метриоринг, тропиогнат и метриоринг. Нормально, нормально, я тебе скажу. Жалко, конечно, что эниозавр не сможет их подбить сразу же, но это ничего страшного. У нас очень много здоровья. Он запарится меня пробивать просто-напросто. Также и... Это кто у нас? Да, тропиогнат. Ну что, 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 что? Не решился, да? Раз, два, три. Пока. Ну что, появляется тропиогнат. Атака у него, кот наплакал. 41, да? Против моих 1000 хп это... Это бесполезно, ребят, вообще что-либо делать, а? Меняет. И ты думаешь, это тебе как-то поможет, что ли? Я не пойму. Вот проверочка. Все, и этого вырубаем. Ну и выходит обратно тропиогнат. Ну смотри, 41 атака, да? Сколько у него там? 4 очка действий. Ну максимум, что я могу дать, это 200. Но он ничего не стал делать, поэтому скорее всего ему кранты. Так и получается. Красота. Так, какой мы сейчас, наверное, с тобой 30-е где-то местечко займем, да? И попадем потом уже в десятку лучших.
Блин, 39 место дали. Я думал, чуть больше мы с тобой поднимемся, конечно. Опа, 100 бакинских, thank you. Это очень хорошо, ребят, 100 бакинских мне не помешает. Тем более, сам знаешь, за схватки мы с тобой тратим по 5 долларов. Давай-ка возьму эрликозавра здесь, сфинакодона и птеранодона. Сейчас, наверное, будет тут мясорубка. Топижара, спинозавр и раджозавр. Хм. Ну тут понятное дело, да? С удара сразу выносим топижару с тобой. Так, спинозавр. 161 атака. 417 здоровья. Ну тут орликозавра надо убирать. И брать птеранодона. Это хорошо. Выходи, птичка. Сразу, конечно, не уничтожим. Ну, что там кряхтишь? Давай. Он типа ничего не стал делать, да? Ну и кранты. А раджозавр ничего нам не сделает. Тем более первого уровня. 50 атаки. Не. Даже половину здоровья, наверное, не отнимет. Я же говорил. Все, запинываем. Ну, тут еще удивляется чему-то. Я лично не удивляюсь. Все тут хорошо у нас получилось. Все замечательно. Так, ну, 21-я позиция. Да что ж ты так медленно меня продвигаешь-то, а? 26 тысяч. Двигаемся дальше. Так, возьмем с тобой метриакантозавра, уйнозавра и скафагната. Скафагната. Ну да, в принципе, сейчас нормально все. Вот единственное, что у метриакантозавра очень мало здоровья. Но зато очень мощная атака. Мегалозавр. Ох ты, ё-моё. Мегалозавр. Мы чем-то даже похожи с ним, да? Ну-ка, атакуем. Ну, он сейчас, конечно, может нас вырубить. Он меняет. И, с одной стороны, это очень даже круто. Почему? Потому что мы можем с тобой сделать вот таким вот образом. И, опять же, бомбануть. Ой-ой-ой-ой-ой, надо было, ребят, не это делать. Надо было брать все-таки бонусные очки к атаке. Как тебя? Протерогиринус. Протерогиринус. Короче, какой-то там защитник. Протерогиринус. Ну и все. Отзащищался. Ну и то же самое касается Метриоринха. Естественно, если он сейчас, конечно, поменяется, то мы с тобой и того забодаем. Так, 154 на... Сколько? А, он ничего не стал делать. Ну-ка, пробьем. Конечно, пробьем. И возвращаемся, опять же, к Метриоринху. М-м-м. 60 на 5. Ну, сколько там максимум? Ну, 350 возьмешь. Почему-то они не атакуют. Я не знаю, с чем это связано. Нам этого за глаза. Все. Одну атаку пропускает, и мы его, естественно, ушатываем. Ну что, скафагнат, естественно, они хороши против рептилий. Ну, да издевается просто, а? Итак,
Эх, 75 ДНК. Ну что? Поединки продолжаются, ребята. Диплотатор, тиранозавр и пеликанептерикс. Вот я думаю, что на следующей лиге уже будет, да, действительно жестко. Так, смотри-ка. Тоже пеликанептерикс. Тут, в принципе, все терпимо, ребят. Тут все терпимо. Вот единственное, что... Диплотатор здесь как-то, ну, я не знаю. Хандрит. Мой ход. Ну что, попробуем слить полностью. Угу. Вырубаем. Так, а это кто у нас? Антарктопельта. Да, Антарктопельта. Почему так... Язык сломаешь, пока выговоришь. Друзья, вот серьезно говорю. Да ладно. Ты мужик отчаянный был на самом-то деле. Раз. Два. И защита. Тыч. Но этот, конечно, нас, скорее всего, завалит. Орнитохейрус. Да? Завалишь же? Супостат ты несчастный. Нет? А, завалит, завалит, ребят. У него 227 к атаке. Ну что, тиранозавр? Будем разбираться с ним. Все. Без шансов, да? Орнитохейрус погиб. Ну что, мы с тобой двигаемся дальше и смотрим, на какую позицию переместимся. Во-первых, у нас будет уже новая лига. Охотники. Давай, давай, давай. Показывай мне, пожалуйста, награду. Опа, 600 ДНК. Слушай, нормально. Вот это мне нравится. Ну что, я беру Алангазавра, Уэрхозавра и Эдиуморфодона. И смотрим. Твою дивизию, а ты посмотри. Рептилия, это как не вовремя, а. А я поменяю. Я поменяю, друзья мои. Ну что там у него, 89 к атаке. Он сейчас любого, кого не возьмет. Мы, наверное, сможем победить Эдиуморфодоном именно. Но он не спешит. Он взял мегалозавра. Ай-яй-яй, защитку. Все-таки берут они защиту, ребят. Надо уже с этим, как бы говорится, смириться, что после того, как он делает обмен, они всегда берут одну под защиту. Ага, решил атаковать. Да, половину здоровья все-таки вынес он мне. Ну что, добиваем мы его. Прекрасно. Ну, с этим даже вообще разговаривать неохота. Три атаки. Три очка действий. Что он будет делать? Смотри, что, а? Совсем стыд потерял, а? Парнишка. Совсем стыд потерял. Где остужись? А то, смотрю, просто уже перенервничал весь. Ну что, Контастега, тебе здесь ничего не светит абсолютно. Даже не думай. Даже не мечтай. Правильно. Лучше посиди там, а мы тебя уничтожим. Еще один удачный поединок у нас получился. Отлично. Ну что, смотрим. Ну здесь, конечно, будем очень-очень медленно продвигаться. 81-я позиция только лишь. И по итогу
6600 еды. Так, ну здесь у нас карнораптор. У нас остались одни хищники, что ли? Все, пошла элита. Карнораптор, апатозавр и топиелозавр. Ох ты, ох ты. Два хищника. Ну, я думаю, что, наверное, сделаем атаку. Оставляем ему 45 хп. Неужели он будет сейчас брать стегоцефала? 35 уровня. Нет. Он решил со мной разобраться сам. Окей. Значит, делаем вот так и вот так. Выходи давай, кто там? Да и на них. Ну-ну-ну, что там прыгаешь, дергаешься? Так, ничего не стал делать. Наверное, все-таки вот так попробую. Ах ты. Одну защитку взял, да? Ну что, вырубит он меня сейчас? Вырубит. Угу. Ну, а апатозавр его добьет. Раз-два. Раз-два. Ну вот и стегоцефал наконец-то вышел. Я не знаю, правда, как он будет апатозавром его бомбить своими 82 атаками. Мои 2000 хп пробить ему вряд ли получится. Просто пощекотал. Что не скажешь о нас. О нас, ребята, сказать можно многое. Мы его, естественно, вырубаем. Причем так шутя. Ну, красавчик, красавчик, все. Так, мы переходим на следующий поединок. Посмотрим, какое место у нас было. 81, по-моему, да? Становится... То есть 10 ступенек пролетели всего лишь. Какое поразительное сходство с черепашками ниндзя. Так, поехали. Раджастегу возьму. Эдди Морфодона. И у меня там еще два этих. Ну и диплотатора. Заканчиваются у нас динозаврики, друзья. Сколько тут еще? 2-3 поединка максимум. И все. Так, ох, как хорошо-то, как хорошо эти два травоядника попали просто-напросто. Сразу с атаки начнем. Бумс. Это как его там звать-то? Дейкорекс? А, Дракорекс. От слова драк, дракон. Пахиринозавр. Ну давай, чем делать там, что стоишь? Меняет на дилофозавра. Ага. Такой деловой, думает, поменял все можно? Нет. Ничего подобного. Ему опять придется, наверное, поменяться, да? Ага, вот и Дракорекс. Слушай, у него атака так, ну, кислая на самом деле. Я попробую все-таки пробить. Угу, у нас получается, ребят. Так, Дилофозавр ему 2. Пришел. Ну давай, чем делай. Он, наверное, воздержался, да? Все, мы его тоже уничтожаем. И выходит Пахиринозавр. Все будет сливать. А, нет, 4 всего лишь. Окей, гаденыш ты такие. А я буду сливать все. Да мы его ушатаем сейчас. Отлично. Блин, у нас все меньше, меньше и меньше становится там динозавров. Как будем драться, сейчас ума не приложу. Да, 10 ступенек ровно мы пролетаем за один только поединок.
12150. Так, ну что? Таника Лагриусов у нас очень много, да? Возьмем двоих. И на прикрытие возьму птеродактиля. И у меня останется только нундагозавр. Ну ты куда его одного? Может быть, там, конечно, можно взять. О! Блин. Ну, против нундагозавра я уже понял, что мы сделаем. Блин, какие... Неужели такие действительно были раньше? Да посмотри, какие у него когти. Ё-моё. Так. Дарвиноптер, да, появился? Ты посмотри. Как я только взял этот, не стал атаковать. Он сразу взял бонусные очки, а? Никакой защиты даже не стал брать. Ну, давай, Дарвиноптер. Он мне чем-то напоминает, кстати, Скафагната. Раз, два, три, четыре. Вот так вот я сделаю. Блин, там дальше нундагозавр пойдет. Ну, запинает. Да ладно, ничего не стал делать. Что, попробуем прописать ему? Конечно, попробуй. Ты посмотри, 1353 у нас к атаке. Ну и... Терезинозавр. 7. Ничего себе. Ну, нам крышка, походу, дела. Жалко. Ну что, это Николай Грюс, отрываемся по полной. Вот и все. Вот и все, друзья мои. Мы здесь справились. Как вот мне теперь только отыграть нундагозавра, я ума не приложу. Или не будем его отыгрывать, оставим как есть. 120 ДНК. Так, если посмотреть, нундагозавр, с кем его можно взять? М-да. Нундагозавр. Ну, давай я вот так вот сделаю. Погоди секундочку, сейчас мы возьмем кулазуха, хотя нет. У инозавра. И теперь нундагозавра, где он там? Ой, тихо, подожди. Вот так хочу попробовать, ребят. Не знаю, что получится, но попытаться стоит. Зухариптер, паразавр и литронакс. Ничего себе. Берем бонус. Мой нундагозавр максимум против кого может, это вот против литронакса сыграть, и все. Раз, два. Проверим. Хорошо. Так, это у нас паразавр. Он сейчас поменяется, скорее всего, на гибридик. Так и есть. Ну что, Зухариптер? В принципе, мы можем даже и Зухариптера наказать. Если сделаем три атаки. Ну а теперь паразавр. Возвращаемся. Наш диалог с тобой еще не закончен, парень.
Сейчас ты будешь жестоко наказан за то, что ты меня ударил. Да-да. Не ударил. Хорошо. Посмотрим. Все. Все, ребята, ему крышка. В общем, я тебе скажу одно. Арена сегодня была хороша. Немножко даже легкая, если сравнить прошлые бои, они как-то шли у нас дольше, и враг был круче. Здесь, как ни странно, все очень даже классно вышло. Но опять же, не дошли мы с тобой до верхушки. До элиты. Мы-то с тобой остановились только лишь на Лиге Охотников. 121-ка забираем. Так, у нас еще тут кот. О, он сбегай. Так, нам еще в канализуйску нужно сыграть. Ускорение. Собрать моды. Моды же я не собрал. Ну, давай заберем моды. Сыграем в канализуйску. Там сколько? 3 пвпшки, да, надо? Чарли, давай не кряхти. Выставляй нам моды. Опачки, все, ребята. Обычные, да? Так. Использует 3 ускорения. Блин, а я же там, по-моему, кого-то активировал, да? Так, сейчас проверим. Точно. А, так мы можем и здесь тоже быстро с тобой закончить. Всего-то 18 ДНК. Я, наверное, пока здесь не буду тратить на прокачку. Нам надо будет потом, сам знаешь, бывает, потратить еды. Потом бегаем, ищем, где потратить. Так. Ну что, давай дальше ускорять. Так, получается второе. И третье, последнее. Ну что, это тоже задание мы выполнили. Так, а теперь используем животных 3 разных в канезуйской эре. А что у нас на 52-й? Ох, ребята, если у нас будет 52-й уровень, нам будет доступен птеранодон. Это классно. А после птеранодона идет ДНК. Тираннозавр идет на 54-м уровне. Уинозавр на 56-м. И дальше пока все. Ну, птеранодон, это будет круто. Он у нас уже маленько прокачанный, да, получается? Так, что я хотел-то? Канезуйскую эру, да? Поехали. 3 разных, то есть Ортинотериум будет, мамонт. Нет, мамонта не хочу, возьму носорога и Эриматерия. Ну, в общем, все как всегда, ребят. У меня здесь выбор невелик, как ты понимаешь. Почему-то раньше мне давали намного больше легендарных карт и тому подобное. Сейчас вообще какое-то затишье. Просто не выпадает, и все, хоть тут что делай. Так, Андрюсар. О, парень, мы тебя с удара сейчас вынесем. Ты в курсе, нет? А-а-а. Он ходит еще первым. Тогда есть шанс у него поменяться. И он поменялся. А я вот так сделаю. Две атаки? Ах ты жук навозный. Раз. Два. Раз, два. Прекрасно. Так, Эндрюсар. Ну, здесь он может нас, конечно, бомбануть и уничтожить. Но он этого не стал делать почему-то. Мне кажется, он зря. Так, вырубаем. И как тебя там величать-то? Мегистокурус.
Так, а у нас против... против пещерников кто у нас там рулит? Да я гляну-то, кто против пещерников рулит? Блин. Ну что, влупляем, у нас выбор не особо велик. Сейчас две атаки пропишет, да? Ну и дальше мы его добьем. Ну-ка, сколько у нас там по... Твою налево. Нам, наверное, не хватит, ребята, он две защиты возьмет. А, все, тогда ему крышка. Тогда крышечка. Я думал, что он возьмет все-таки побольше защиты. Ну, вот и славненько. Мы с тобой отыграли, мы еще и победили. Еще, по-моему, даже можем... По-моему, здесь два раза крутануть, да? Один за рекламу. Эх, лучше бы 400 очков доверий. Ну и что же нам здесь дадут? Хавчик, понял. Забираем. И здесь тоже забираем. Так, деньги, деньги, доллары. И опять же деньги. Деньги лишними не будут. Плюс 95 очков доверий. Ну что, друзья мои, как по мне, мне сегодняшняя серия очень понравилась. На арене мы с тобой нормально так порезвились. Пишешь свое мнение в комментариях. Так, у нас здесь... Ага, стега. Мы запаримся с тобой, наверное, выводить этого раджастегу, потому что их стега, ну, никак не хочет прокачиваться. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.